История с потерявшимся в Казани верблюдом закончилась благополучно. Нашелся хозяин животного. Еще какие-то вопросы? Можете подойти, он не плюется, не кусается. Елена Буршуева, хозяйка частного приюта для животных. У нее живут разные звери, в том числе бывшие цирковые артисты. Верблюд Филя как раз из таких. Из-за дефекта передних конечностей он не мог бегать по арене и был списан в самом расцвете лет. От ножа мясника его как раз таки спасла Елена. Теперь верблюд живет в Казани. Он крайне интеллигентный, говорит хозяйка, и проказничает очень редко. Он цирковое животное, они не трогают людей. Привык, да? Конечно, он почти 2 года жил в цирке, его уже обучили на все. Он абсолютно безобидный. То есть это не наша верблюжья ферма, где живут дикие верблюды, которым, ну, которые не знают, что такое человек. Он прекрасно понимает, что такое человек, и что человек ему дает вкусняшки. Верблюда, который гуляет сам по себе, сегодня утром заметили прохожие, они вызвали полицию. На шее у животного был оборванный поводок, в шерсти репей. Видимо, вдохнувший воздух свободы двугорбый успел оторваться на всю катушку.